Всем привет, с вами снова Катя Карандаш. И сегодня мы будем делать обзор на мой любимый альбом, фантазии. Здесь хранится вся моя фантазия. Ну, не вся, одна остается в голове. Вот здесь я произношу... Здесь я мастерю разные способы там, ну, смешные, которые у меня в голове. И давайте начнем. Поехали. Первые страницы я начала их, ну, не мастерить, а рисовать. Вот это вот я рисовала по снежинке. Я рисовала Макдональдс. Ну, шарик Макдональдс. А вот эту следующую страницу я уже начала с фантазии. Это я посмотрела, вообще посмотрела в интернете. Вот. Вы думаете, что это такое, да? Скажите. Здесь написано волосы. Это когда я была маленькая еще. 6 лет было где-то. Я хотела сделать очень красивые волосы, которые висят, а здесь резиночки. Но у меня так и не получилось. Клей слишком застыл, одни волосы отвалились, и я их вообще обрезала. Но это ничего, еще очень много страниц впереди. Давайте со следующей начнем. Вот следующая страница. Вот я здесь рисовала всю семью. Вот это все знаки. Знаки вопроса. И здесь мы под ними будем читать. Смотрите, здесь я желтый писал, вы, наверное, не видите, да? Здесь написано «мама». Или то «мама», только она слишком далеко от платья. «Папа». «Катя». Я, то есть. И моя сестра Вера. Вы знаете ее. Да, а здесь сейчас, здесь такие розовые, желтые, красные, зеленые. А почему, кстати, знаки вопроса цветами такими? Потому что мама любит желтый, папа зеленый, я красный, моя сестра розовый. И здесь розовый, желтый, красный, зеленый. Розовый, желтый, красный, зеленый. Зеленый, красный. И здесь мы не знаем, что это такое. А тут бац, и сердечко выскакивает. И за этими линиями надо его сделать. Извините, я не туда приклеила просто. Он может оторваться. Но я его потом еще заклею. Следующая страница. Это у нас вот что. Это на память. Папа, мама, Галя, Галя, Вера, Катя. Вера — это на украинском Вера. Валя, Валя, Галя, Галя. Вера, мама, папа, Катя, Валя. А Галя у меня не вместилась. Ну, но зато она по краям. Следующая страница. Вот здесь вот мы видим такой закат, да? А здесь вода. А тут из воды выскакивает рыбка. Буй-буй-буй. И опять туда. Теперь... Мой любимый — это театр. Смотрите. Тут, знаете, такая сцена, да? Ой, стоп. Дайте его высунуть, потому что это вот безобразие. Поняли уже, да? Слушай, ну запуталась как-то так, знаете. Так всегда бывает со мной. Опа, опа, опа. Давай высовывайся. Я себя распутаю. Так, ну здесь распутывается сложно. О, все поняла. Да? О, раз распутала. Два, ой. Ну-ка. Еще подождите, пожалуйста. Так, еще мячик запуталась, да? Там города просто. Вот и так все запутались. Ой, опять. А что это такое? О, все, распутала. Да. Лишнее.
Все, здесь я распутала. Так, смотрите. Я желтым, наверное, рисовала. Вы, наверное, опять не видите. Скак, 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 скак. Проходит зайчик, да? Говорит, хочу мячик. В норку свою. И ищет мячик. Мячик, мячик, мячик. А тут мячик сразу подает кто-то. И он играет. Так, 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 так. А к нему приходит книжка с грудью. Плачь, догола. Оп, оп. Наелся, да как. Давай играть мяч. Скак, 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 скак. Ну да, это я тоже сама придумала. Давайте дальше. Смотрите. Здесь такой длинный у рта язык, да? А тут выскакивает рыбка. Буль, буль, буль. И язык ее хватает. И сразу в рот. Ням-ням-ням. Съел. Мне это очень смешно. О, а здесь очень классная игра. Смотрите. Здесь открываем, здесь сердечко, да? Вы сразу подумали, что оно следующее здесь. Но нет! Закрываем, неправильно. Здесь цветочек, думаем, что здесь. Правильно, и остается. Здесь травка, и думаем, что здесь травка. Травка, травка. Сердечко, и сердечко, как мы знаем, это все открыто. Это и это. Все, игра пройдена. Ну. Вы поняли, да? Давайте сейчас дальше пойдем. Подождите. О, все, идем. Пещера ужаса и смеха. Это я уже сделала скотч, в школе из скотча. Смотрите, вот здесь такая пещера ужаса и смеха, да? И сейчас я здесь буду вытаскивать разных персонажей. Там страхи, ужасы. Буду подглядывать чуть-чуть, чтобы видеть, кто это. И выдоставать. И сейчас пещера ужасов и смехов аттракцион. И сейчас выходит мистер. А кто это? Спросите его, да? Это такой чудик. И за кулисами. А теперь... выпрыгивается мистер паук. Вот паучок. Паучок с зеленым языком. Наелся конфет. Так, следующий. Это вылетает привидение. Поняли, да? Еще два человека. Не поняла. Куда они делись? Убежали, наверное, других боялись. Слушайте, ребята, там были еще летучая мышка веселая и летающая голова профессора Чудакова. Я не могу сейчас их найти, потому что проходит просмотр, а время еще идет. Ну да. Я потом в следующий раз вам еще раз сделаю, хорошо? Когда следующее видео. Ну все. Вот все. Точно. Больше никого, да? Никого больше. Следующий. Сейчас, подожди. Ага, вот. И опять. У меня здесь. Была прицеплена голова. Смотрите. Он говорит, еще километр. Еще километр. А тут голова отвалилась. Только голова что-то у меня реально отвалилась. Она была должна вот здесь вот приклеенная, да, но она оторвалась как-то. Ну, а я ее сейчас вот так вот вставлю. Ну ладно. Сейчас, подождите. Сейчас вставлю. Ну все, ладно. Следующее. Это вот здесь написано. Я люблю тебя. Это мне очень нравится. И следующее, самое главное. Это волосы. Помните эти волосы? Самое первое. Сейчас я покажу вам.
Вот, вот эти вот волосы, вы помните точно, это для резюме. А я сделала новые, гораздо красивее, и прицепила их специально, чтобы они хранились. Вот и такие у меня получились волосики. Да, это девочка такая, она закрывает глаз. Ну, я еще резиночки буду делать тоже. Ну, а здесь следующие у нас такие вот качели, смотрите. Кач. Ой, закрутились. Ну, понял. А следующее у меня здесь все самое главное. Это кроличья нора. А кролик здесь необычный. Он волшебный. Он очень любит сладости. Вот сколько у него сладкий. Смотрите, сейчас я все покажу. Есть у него. Четвертый. Ну, просто подождите. Там есть еще четвертая шоколадка, только она где-то. Смотрите, вот где у него. Шоколадки. Вот, смотрите. Шоколадки вот все. Раз, два, три. Только. А четвертая куда-то делась. Есть. Чупики. Леденцы, то есть именно. Ну, вообще чупики. Вот у него сейчас, я сейчас встану, покажу. Вот, ой, как видно мой этот. Вот у него есть чупики вкусные. А еще у него есть две вкусных леденца. Леденец такой или такой. Но самое главное, это 4 вкусных сладких ват. Все любят сладкую вату? Угощайся! Налетай! Так, да. Сейчас я со своего места. А, кстати, зачем этот, как вы думаете, турник? Он так тренирует свои уши. Это его постель. Вот сам зайчик. А вот это вот, я как сказала, его постелька. Давайте бочку сладости. Так, еще одна. А, кстати, если вам... Сейчас, подождите, концентрируйся. И вот еще, я сегодня придумала. Так, делала еще один листок, потому что тот был ужасный. Смотрите, здесь у нас есть, я совочек туда положила, потому что он реально, знаете, вот совочек. Вот веник, вот это вот веник. А мусс это я сейчас достану. Здесь вот лежит наш мусор. Тут лажа разные эти сумочки. Ну, короче, все, все связано с мусором. Больше ничего нет, да? Вот это все я сейчас по комнате раскидаю, да? А тут приходит Веня и Сау. Вот это папа, а это мама. А это их здесь. Они играют. А мама их подметает к папе. Думаете, потом выбрасываю детей, да? Я тоже так думала, что не додумалась. А вот и наш мусор. И мы его выбрасываем в наш мусор. Вот и все. Идите на своем месте. Ссылку дали, а веник на своем месте. А, кстати, у меня еще один есть. Вот. Здесь я, о, здесь еще тоже сделаю. Вот здесь вот. Вот так зажал, да? И вот, вот здесь сделал уже, да? И сейчас здесь покажу, что. Здесь. Смотрите, строили здесь вдруг магазин фехтования. Знаете, что такое, да? Фехтование детскими саблями. И тут
почти все перепутали. И тут ребенок должен ведь помочь, что надо правильно сделать. Совываем. И еще раз совываем. А вот ты. Все правильно. Фехтуваль. Букву Э не сунула. Ну, а на сегодня наш альбом закончен. Всем пока-пока. Ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Катя. И с вами была Катя Карандаш. Пока!